Старая картина на новый лад. Опять улица Армонская, опять дорога. Хорошо машины ездят. А вот где знак, опять наша пешеходная дорожка. От знака и вон туда дальше до остановки. Вон где машина вдалеке. Никто не чистит, никому не надо. Все организации отказываются. Говорят, на балансе у нас нету. Нету. Вот надо улицу Ленина закрыть. Вот пусть тогда Абрамов посмотрит, мэр наш, как оно вот интересно выглядит. Может, хоть сейчас отреагирует на нас.